Хейо, гайз, с вами Шемики, и мы продолжаем проходить игру по названием Borderlands, а именно DLC про генерала Оксера, короче, против Атласа мы сражаемся. В прошлой серии мы с вами зашли в тюрьму, нам нужно, короче, спасти кого-то там. Так, я ремонтный набор нашел, если что. Побег. Найдите Афину, забрать телепорт. Не знаю, где это все искать, блин. От нас не уйдем! Нужно было бомбы купить, когда была возможность. Ладно, уже поздно, я думаю. Хотя... можно, в принципе, да, сбегать. Я пойду куплю все-таки патроны, пока мы не так далеко ушли. Недорогое, надежное, ясно, все. Очень высокой скоростью перезарядки. Беру слово обратно, нам нихера не купить. Ладно, буду в унитазе искать что-то полезное. Почему у меня, блин, вот... Понимаете, артефакты, да, не очень хорошо тем, что там взрывной урон. Ну, не нужно у меня был. А здесь нихера. Хера и ничего. Так, перезаряжайся, все. В смысле там... Ладно. Мне на снайперку бы патроны. Так, хороший сундук. Очень хороший сундук. Тихо, ты можешь... В смысле, я тебя в голову стрелял? Голубок. Модификатор класса забираем все. Так, что у нас стоит? Повреждение взрывом. Так, повреждение взрывом, да? Так, повреждение в ближнем бою. Команда повреждения в ближнем бою, хорошо. Повреждение взрывом. Повреждение в ближнем бою. 60% защита от пули. Ай, херово. На кровавого спора. Вот это хорошее, да, будет? Ой, это какой, фиолет? Нет. Давайте, короче, повреждение в ближнем бою поставлю. И пускай оно стоит. Навык, так, коктильник, коктильня. Из моих вообще ничего, да, не улучшает. Херово. Что сказать? Ладно, погнали. Афина. Я очень ценю вашу помощь, спасибо. Но, честно говоря, они больше хотели накрасить мне ногти и поболтать о парне. Так что мне тут даже понравилось. Они были мне так, как сестры, которых у меня никогда не было. Потому что я была в Атласе. Это было непросто, не так ли? Забудь, у меня нет времени объяснять, что здесь происходит. Мне нужен телепорт, прошу, отдайте его мне. Ну ладно. Meet me back at Scooters. Встретимся у Скотта. Извини, энергии не хватит, только на одного. Афина, конец связи. Все? То есть я мог ее спасать, а мог не спасать, да? Побег из тюрьмы, да, классно. Рандеву. Прости, я... дерьмовый напарник. Я пыталась составить план похорон, и что-то во время этого пошло не так. Так, убийство мужа будет преследовать тебя. Просто возьми монстра и прыгай на... Так, то есть на мистер Шенка ради меня. Так, окей, мне нужно теперь отдать железяки этот. Так, здесь я смогу сократить же путь, да? Тихо, не палите по мне. Так, там где-то снизу был проход. Вот здесь все, побежали. Так, на ревик поменять.
На, ревик, ревик, ревик. Так, это у нас ванная была, душевая кабиночка. Все, здесь больше ничего, да, нету? Так, поехали. Ой, нужно было эти отлутать. Ну ладно. Ой, привет. Чест. А кто такой чест? Цветочком на голове. Воу-воу-воу-воу! Ой, ты чёрт, чест. А, костолом возьму. Пипец он это, немного жестковатый. Так, ладно, поставлю этот. Как выбросить? Ладно, не суть, потом если что продам. А, аптечка у меня, я видел, где-то была. Так, и вот аптечки, здесь я могу как... А, привет, это снова я, адмирал, передал мне из списка заданий, у нас с водными командами, любая, короче, блядь, отбить. Что мне нужно? Продать нужное дробью? Так, это оставлю, дробовик. Хотя... Оптический прицел. Оптический прицел, повышенная стихийная вероятность. Повышенная стихийная вероятность почти ничем не отличается, возьму тот, который лучше. Ага, так. Берсер. Повреждения. Продать. Продать, 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 продать. Щит. Защита от огня, продать. Да, лечебный набор, это не то, это мне не сралось. Так, культую. И еще жили. Так, а почему вы спрыгнули, слышите? Я вообще не хотел с вами сражаться. Ладно, с одной стороны я отвлекался. Но это не суть. Так. Хилка. А как мне теперь отсюда выбраться? Куда я тогда шел с ТП? Ага, все, нашел. Это моя машина? Ладно, просто бежим, я не хочу ни с кем драться, да-да-да, я бегу. Вот железяк. Бери. Итак, о чем я там говорил? У меня есть кое-что для тебя. Сейчас взорвется. А, это херовая граната. Да ты бежишь, железяк. Блин, куда он ушел? Ладно, найдем. Иди сюда. Куда железяк пошел? Сюда? Я видел, он куда-то в эту сторону бежал. А, о, привет. Ты мне дверьку открыл? Так, ладно, деньги это хорошо. И сундук. Отлично! Теоретическая пушечка. Так, сразу ее... Попробую, это что? Дробовик? Ох, это дробашек. Ты еще хочешь мне что-то дать? Ну, давай, эй, давай, повеселимся. Эй, молодец, ты танцуешь. Черт! Пристрели меня. Не убиваешься ты. Откуда магнит появился? Ну ладно. Я тебе уже ничем не смогу помочь. Ты на магните. Так, вот эта херь хорошая.
Даже против много врагов. Попрет. Так, ладно, нам нужно выбраться и вернуться к скутеру. А опять малой выбор нет? Нет. Так, гранаты, херь. Херня. Ладно. Главное, что я сюда зашел. Так, я ничего пока что не вижу, врагов тоже не вижу, это хорошо. Воу-воу-воу. Все. Все. Так, возьму с огнем. Огонь — это отличное оружие. Так, бежим. Все, я уже на выходе. Притонул. Я понял, что нету боезапаса. Пускай собирается. Так, то выход, то магазины. Все, да, я на выходе. Я прибежал. Да, тяжеленькое место. Так, опустошитель — это мощный противник. Попробуйте использовать взрывчатку. Я уже убил опустошителя вашего. Пора и по газам. Гонщик создать, поехали. Так, ладно, на выход. Как мне теперь доехать до выхода? Окей, здесь можно будет срезать путь и там подняться по нему. Поэтому... О! Я могу тебя нажать? Нет, окей. Не могу. Тогда ускорить здесь по пути. Сэндвич. Так, немножко нужно проехать еще дальше. Долго набирается энергия на автомобиле. Это плохо. Так, ладно, это не хер, это не беда. Так, ускорюсь, не хочу с ними сражаться. Так, вот здесь, да, у меня получается путь обратно. Нет, я его проехал. И все. Неповоротливая машина. А мне нужно еще этот будет сейчас автомобиль себе поменять. Поменяем автомобильчик. Гонщик, монстр, создать, телепортироваться. Поехали. Только здесь долго это... Ходьба вот по кругу будет. Мне нужно будет долго возвращаться. Пока доеду, пока все то, пока это. Жалко, что здесь когда-нибудь чувствовал себя импотентом. Девушки считают вашу пушку не слишком мощной, тогда вам нужен эректин. Афина, нормально? Атлас. Мне удалось использовать часть оборудования скутера, чтобы замаскировать мой сигнал. Путем продвижения. I've managed to use some of Scooter's equipment to mask my signal inside a promotion for a male enhancement program. Что представить, так что теперь мы можем спокойно общаться по эхо. Не беспокойся. Нас никто не услышит. Конец связи. Главное, чтобы там снова этих блокпостов не было. А то они меня будут затормаживать. Очень сильно даже. Oh, эй, странник, новое здание, я понял. Сейчас мы поедем за этими твоими зданиями. Стоять не останусь. О, блокпосты эти пропали. Или нет? Нет. Или да? Нет. Или да?
сюда. Теперь сюда может машина проехать. Ой. Или нет? Там есть где-нибудь, да? Нет? Нет. Да. Да. Да? Да, все. Я проехал два этих поста. Когда там было закрыто. Теперь все нормально. Так, ускоримся, ладно. Сейчас мы вернемся, поговорю. Поеду к доске объявления сразу, там побеседую с кем-то. Я хочу на инопланетную эту херь пойти. Огонь, огонь. А, оно долго заряжается. Привет, чуваки, как дела? О, я понял, да сюда. Они не хотят со мной общаться. Уворачиваемся, уворачиваемся. Блин, не, нужно было монстра брать, он быстрее бы гнал. Хотя у нас монстр, он прочнее. Ой, монстр. Гонщик быстрее. Так, куда мне поворачивать? Там тупик, да? Вообще интересно, вот поехали. Устали стрельбы из пинца. Fully automatic. On all cylinders. Sit, rep is go. Atlas has been stockpiling weapons in a base on the far side of the Fathoms, past Moxie's. This armory is the key to their invasion plan. If we destroy it, the cost to their bottom line could jeopardize their strategy. At the very least, it will buy the resistance. That is, me. Time to prepare. I'll have more when you arrive. Athena, out. Так, окей. А, я тогда сейчас сюда... А, я все уже приехал. Окей, так, где доска объявления была? Около автобуса. Автобус у нас находится около телепорта, где мы сюда... Как сюда прилетели. Все хорошо, все в порядке. Так, мы все равно сейчас с Афином поговорим. С Афином, да. Да, я понял, что мы устали. Я сейчас тебе шеду. Главное, чтобы они были нормальные, шлизак. Злости... Ты. Окей. Ну что по заданиям? Найти бомбу, разместить заряд, уничтожить линию электропередачи. Это было там, где мы как раз с вами видели тот рычажок, чтобы взорвать все к чертям. А злость... Бандитский отряд, уничтожь бандитские машины, окей, это неинтересно. О, у нас шоковый чип, ого, мы уже, ладно, посрать. Так, погнали, короче, кофейня, я думаю... Эй, чувак, это скутер, думаю, мы могли бы полезен, заходи, у меня есть кое-что для тебя. И... Ух ты, БТР. Модуль найден где? Модуль найден далеко. Я не собираюсь терять ни секунды. Ты должен выполнить два задания, чтобы уничтожить склад номер один. Осмотреть детонатор, который представил сигнал бомбам, заложен на складе Атлас, и активируй их. Для этого потребуются мои знания их компьютерной системы, чтобы инструктировать его. Это мое задание. Номер два. Код доступа, который тебе нужен после того, как я ушла самосвалку. Ясно, ты самосвалки будешь там. Найти данные. Ух ты ж, ё-моё, сколько тут еще миссий. Ой, бля. БТР. Модуль найти. Найти данные. Убить Кирова, убить Тифана. И все у нас там, да, происходит, в той же локации. Здорово. Не, мне ничего не нужно. Тогда я беру машину, сейчас я еду, меняю ее на более быструю. И тогда посмотрим, что можно сделать.
Так, давай быстрей. Так, монстр. Можно даже раскрасить её в любые цвета. Я не понял, гонщик, создать телепорт. Поехали уже. Давай не врезаться. Так, ну видите, здесь он здесь хотя бы более-менее поворачивает. Там он вообще не поворачивал. Так, да, Роженгей. Может, давайте, чтобы не тратить время, я туда уже доеду и там, короче. Хотя, может, это здесь будет. А? А ну-ка. А, это все здесь. Окей, так. Ух ты, ух ты. Короче, первый у нас... Здесь миссия. Убить Корова, убить Тифана. Сейчас мы это все сделаем с вами. Только не с этой машиной, мне нужно машину поменять. Где мне машину сменить? Ладно, приедут. Там есть поп... Да, тут есть сменить машину, это хорошо. Пока, челики. Давайте тогда сделаем вот, ребят. Я сделаю здесь все миссии, потом мы, скорее всего, едем обратно. Просто у нас осталось 9 минут. Я думаю, за 9 минут мы успеем все. Да, должен успеть. Давай, 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 давай. Отправляемся в путь! Машина, гонщик, создать телепорт. Кто по мне пулял? Ты? Окей, отъедем немножко назад. Поворачиваем, пуляем. Готово. Так, и как вы на это смотрите? Как мне туда поп... заново забегать. Ну, поехали. Плюс у меня новый дробовичок, который будет уничтожать их, я думаю, жестко. Я понял, все. Тихо, заряд. Берем заряд щита, убиваем этих. Минус, минус. О, сундук, ништяк. Значит, я еще здесь все достал. Так. Снайперка, где она? Тихо, тихо, не мешайте мне. Сейчас все будет, сейчас все будет. В смысле ты не умираешь? Чел. О, все умер. Ну, возьму фиолетовый, пускай будет, я думаю. Ау, ау, ау. Ух ты, зараза, бесит меня. Готово. Так, заряд синий, заряд красный. Взяли, взяли, все, погнали. Командир Киров, ну что, вы готовы? Поехали. Какая-то у тебя броня слабая. Ой, а сам он сильный. Хотя по голове бить. Он сейчас катится. Да, у него взрывные уроны, но он не может их нанести, потому что я его травмирую кошку. Минус. Все, готово. Следующий в конце. Так, следующая миссия. Так, на станции следующей. И немножко дальше станции. Значит, оп. Машина, где моя? БТРВшка. Это моя ж? Да, это моя. Садимся, едем дальше. Так, сразу тебя возьму. Давай, с ускорением, погнали, погнали. Нельзя терять минуты. Так, сегодня трамвай нету, 20 километров.
Так, готово. О, я подумал, опять блокпосты. Не падаем. Не падаем, не падаем, не падаем. Так, все, модуль где-то здесь близко. Нахера тебе нужно пульт? Ты труп. Ты тоже труп. Я не знаю, куда ракеты летят. Так, все готово. Идем дальше. Тихо. Я проехал обратно. А снизу здесь по лесенке. Побежали, побежали. Дробовик заюзу, если что, вдруг. Так, здесь я был стоять. Это не тот проход. Тут было забагано, хотел сказать. Баррикады здесь были, я здесь не мог проехать, значит где-то здесь я все нашел. Готово. Модуль найден, значит у меня где-то машина новая. Так, садимся. Следующее, следующее у нас задание. Ага, тоже здесь. Здесь уже здесь прям. Так, ладно, если я спрыгну, не подохну? Нет, не подохну, хорошо. Быстро пробежимся, где-то тут найдем. Вот черт. О, найдите данные. А, нашел. Так, это когда? Окей, все хорошо, значит. А это не то, старый мститель. День мороженого. О, да, это день мороженого. А меня ждет классное мороженое. Боже, это было. Ты что, записал? Чувак, это хреново. Ты лошара, Дерек. Поэтому я не делюсь это с тобой. Мороженое. Моим сливочным мороженым с шоколадной крошкой. Я знаю, мне нужно сегодня код доступа. Нет. Нет, нет, Дерек, это ты сегодня должен был получить код доступа. А у меня выходной в статье 3.5.31. Так это тогда код. Ты брал его в... Я видел. О, нет, похоже, я облажался. По-крупному. Ты натворил, Дерек. Я взял отдул, чтобы сходить посмотреть на самую большую в мире пилю. Думаю, я потерял его там. Мы потеряли код доступа у самой большой в мире пули. Это становило под угрозу вашей жизни. Жизнь каждого из нас. Это там... Что-то я хочу попробовать мороженое. Даже я услышал айскрим мороженое. Так, ладно. Ускоряемся снова. Убить Тиффана. Мы убьем Тиффана. Заедем в следующую тогда локацию, которая нужна будет. Там взорвем херовину какую-то. И разберемся потихоньку. Так. Снова привет, я только что получил поздравление от твоих адмирала. На ней изображен дракон, который говорит моему дорогому другу на день рождения. Пламенный привет. И дракон задумывает свечу на торте своих огней. Дыхание воздуха, я не понимаю, к чему это. Это даже и мой день рождения. Я должен убить тебя, чтобы с чистой совестью уйти на покой. Можно просто пристрелить себя и избавиться меня от проблем. Тихо, тихо, все, я понял. Я вас понял, все. Блин, что это за дерьмовый робот? Они ж бесят, когда летают около меня. Так, здесь же это дерьмочел. Да. А, хотя пушка мне нормально дамажит. Здесь я был, здесь всех я бил.
Так, все, ульта перезарядилась, это хорошо. Блин, нас чешется. Хотя я не пил. Или пил. Уже не помню. Да, это ускорение, ништяк. О! Генеральчик, я не думал, что вы здесь. Так, минус. О, так ты вообще пробиваешься. Жестко. Вот отличие от этих, он пробивается сильно. Блин, дробаш, главное, тут нельзя использовать около себя, потому что он мне тоже дамажит. Апперкотик. Минус. Так, так, кислота, это не... Что? Окей, что меня убило? Окей, класс. Теперь мне нужно вернуться, да? Прикольно. Санкси, может это тоже завершить, потом вернуться? Ладно, давайте, короче, доеду до следующей локации, которая уже очень близко, и закончим. Потому что у нас там еще несколько серий остается. Потому что мы уже с вами первое это сделали, ее план. Она врела найти данные, мы нашли. И нам останется только заложить бомбу и все взорвать. Там, скорее всего, будет новая локация. Плюс мы еще не были там, где камень стоит. Ну, то может быть арена. Может быть... Хер его знает. Ладно. Санкси. А, это большая пуля? Кажется, что да. Ладно, короче, здесь сохранюсь. Главное, чтобы она сохранилась нормально. Все. Давайте, короче, здесь закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.